Советские конструкторы создали новый пассажирский самолет Ту-114. Коллектив во главе с академиком Андреем Николаевичем Туполевым выполнил эту работу к 40-летию Великого Октября. Внутреннее устройство самолета хорошо видно на модели. Здесь расположен передний салон на 41 место. Это средний салон, ресторан на 48 пассажиров. Буфет. Рядом трехместное купе, затем 4 спальных. Это задний салон на 54 пассажира, вестибюль и туалетные комнаты. В нижнем этаже размещается багажное отделение. Рядом с багажными отделениями находится кухня. Посадка пассажиров производится по специальному трапу. Вместительные багажные отделения имеют объем около 75 кубических метров. В туристском варианте самолет поднимает 220 человек. Для их перевозки по железной дороге понадобилось бы примерно 8 спальных вагонов. На самолете установлены 4 настолько мощных турбовинтовых двигателя, что даже 2 из них достаточно для безопасного полета с полной нагрузкой. Самолет легко и плавно поднимается в воздух. Ту-114 летает на высоте 10-12 тысяч метров, как говорится, выше любой погоды. Мы в кабине экипажа. Новейшее аэронавигационное оборудование предельно облегчает управление самолетом и обеспечивает безопасность полетов днем и ночью в любых метеорологических условиях. Штурман прокладывает маршрут воздушного корабля, который может совершать 10-12-часовые беспосадочные полеты от Москвы до Владивостока, Пекина, Рангуна, Нью-Йорка. Много интересного можно было бы рассказать про кабину летчиков, о приборах бортинженера, о хозяйстве бортрадиста, но это не входит в тему нашего короткого очерка. Машина летит по заданному курсу. Совершим экскурсию по самолету-гиганту. Помещение для пассажиров занимает огромную площадь длиной около 40 метров. Здесь чистый воздух, тепло и тихо. Двенадцатичасовой беспосадочный полет неутомителен для пассажиров. Все здесь приспособлено для приятного, удобного путешествия. Ну, а если пассажир проголодался, пожалуйста, нажмите эту кнопку. По вызову немедленно явится бортпроводница и примет от вас любой заказ. Хорошо оборудованная кухня во время полета обеспечивает пассажиров разнообразными горячими и холодными блюдами. Для связи с буфетом установлен лифт. Буфет располагает широким ассортиментом напитков.
Разнообразное меню может удовлетворить любой вкус. Имеется чай, кофе. Как видите, пассажиры чувствуют себя не хуже, чем дома. Пройдем в следующий салон. Это трехместное купе. А это одно из спальных купе. Днем здесь размещается 6 пассажиров. Ночью в купе 3 спальных места. Не хуже, чем в мягком железнодорожном вагоне. Пойдемте в третий салон. В спинке каждого кресла имеется переносный столик, который легко укрепляется самим пассажиром. Можно закусить в своем салоне, не заходя в салон ресторана. Не удивляйтесь. Во время полета здесь можно курить. Прекрасная вентиляция быстро очищает воздух от дыма. В каждом салоне установлены стенды с литературой. Если пассажир устал, то достаточно нажать кнопку, и кресло примет положение, удобное для отдыха. Прекрасно оборудованы туалетные комнаты. Здесь всегда имеется горячая и холодная вода. Конструкторы самолета проявили особую заботу о женщинах. Остроумно расположенная система зеркал позволяет хорошо уложить любую прическу. В самолете непрерывно поддерживается нормальная комнатная температура. Поэтому верхняя одежда пассажиров хранится во вместительных гардеробах. Мы осмотрели только основные помещения этой чудесной машины. А сколько еще можно было бы рассказать о ней интересного? К сожалению, для этого уже не остается времени. Самолет прибывает к месту назначения. Выпускает шасси, идет на посадку. Обратите внимание, как легко и плавно приземляется эта многотонная громада. Создана замечательная машина Ту-114. Пожелаем нашим конструкторам дальнейших успехов в их благородной работе.